Всем привет, друзья! Вот и настало время для очередной подборки крутых товаров с сайта AliExpress. Ссылочки на все товары из видео, как всегда, будут в описании. В конце видео специально для подписчиков моего канала будет классный конкурс на любой товар с AliExpress до $15. Ну а сейчас погнали смотреть! И открывает наш топ товар, который понравится геймерам. Это игровое место для эффекта присутствия в игре. Это чудо техники оснащено 3 мониторами по 42 дюйма каждый, 2 креслами для игры с другом или напарником, ну и конечно же подвижным механизмом, который как раз и создает эффект присутствия в игре. В общем, очень классный аппарат, и единственный его минус – это его цена. А следующий товар тоже для тех, кто любит поразвлечься, но уже попроще и уже не за компьютером. Это специальный головной убор, который выполнен в виде баскетбольного кольца. С таким инвентарем можно отлично провести время в кругу веселой дружеской компании или поразвлекаться в перерыв на рабочем месте в офисе. А вот еще один товар для веселого времяпрепровождения. Это брутальный самокат с бензиновым двигателем. Самокат оснащен баком на 1 литр бензина и может разогнаться до 30 км в час. Максимальный вес, который он может принять, это 150 кг. Классное средство передвижения, но мне кажется, самому будет дешевле его сделать. А сэкономить вам поможет сервис Мегабонус. Мегабонус – это сервис, который возвращает деньги с каждой покупки в более чем 1000 популярных интернет-магазинов, таких как AliExpress, GearBest и многие другие. Пользоваться сервисом очень легко. Установил расширение, зарегистрировался и забыл. Дальше покупаешь уже с кэшбэком. Кэшбэк начисляется мгновенно, а вывести деньги можно любым удобным способом. Также с помощью расширения вы сможете сразу увидеть процент возврата, отслеживать динамику цены, проверить рейтинг продавца и даже следить за своей посылкой. Начинай покупки с Мегабонус, ссылочка в описании. А если вы любите вечерние прогулки или занимаетесь бегом по вечерам, то такие вот светоотражающие браслеты от фирмы Xiaomi вам однозначно понадобятся для того, чтобы обозначить себя и обезопасить свой вечерний выход. Ну а для фанатов фирмы Xiaomi это еще один товар, который они производят. Он недорогой, и его можно купить для своей коллекции. И следом еще один товар от этой фирмы. Это интересная игрушка-трансформер, которая из кубика превращается в хай-тек гориллу. Также в комплекте с этой гориллой идет специальный бокс в виде компьютера, в котором хранится это чудо в виде кубика. А это специальная палка-хваталка. С ее помощью вы сможете брать те предметы, до которых вам трудно достать рукой, или же вам по каким-то причинам не хочется брать их в руку. Очень удобная и нужная вещь, в хозяйстве точно пригодится. Следующий товар, кстати, тоже пригодится в хозяйстве. Это отличная точила для ножей со специальным приспособлением, которое помогает соблюдать правильный угол заточки. Точила действительно очень классная, на сайте на него много заказов и много положительных отзывов.
Ну а это настоящая читерская приспособа для мобильного гейминга. Это своеобразный джойстик даст вам хорошие преимущества в мобильных играх. А также благодаря своей конструкции он не займет у вас много места. Его можно сложить и положить в карман, а потом в удобном для вас месте разложить и поиграть в свою любимую игру. А вот товар, который вам точно пригодится, если вы занимаетесь пайкой. Это специальный набор, в котором содержится много заготовок для удобной пайки проводов. Одна такая заготовка сделана из термоусадочной трубочки, в которой по центру расположен припой для пайки. Достаточно ее нагреть и все. Ремонт провода можно считать завершенным. А следующий товар придется по душе автолюбителям. Этот гаджет поможет сделать ваш автомобиль более функциональным. Такой MP4 плеер скрасит досуг ваших пассажиров. А самое главное, благодаря своему дизайну, он отлично вписывается практически в любой салон. Это классное изобретение в виде ручки сканера. Такая ручка очень пригодится тем, кто посещает какие-то учебные заведения. Это очень компактный сканер, который не займет у вас много места в сумке. И при этом вы в любой момент сможете пустить его в дело, отсканировав нужный вам материал. А отсканировав материал, вы сможете передать его на компьютер или телефон по Bluetooth. А вот отличный мультитул из целых 20 инструментов. В нем вы найдете и отверточки, и накидные ключи, и пилочку, линейку, и еще много всего. Сам же мультитул выполнен в виде карабина. Он имеет небольшой размер, благодаря чему его можно носить в качестве брелка на ключах или прицепить его на рюкзак, ведь это же карабин. А вот крутое освещение для любой комнаты в вашем доме или какого-нибудь тематического места. Такими панелями можно, например, украсить место возле вашего компьютера или рабочего стола. В комплекте идет несколько таких панелей. Каждая панель имеет треугольную форму, и из них можно собрать конструкцию в виде какой-нибудь замысловатой фигуры. А также панельки могут светиться разными цветами. А для любителей покушать сладенькое, на Али есть отличное изобретение в виде диспенсера для подачи конфет. И это очень полезное изобретение, так как оно помогает дозировать употребление сладостей, а также защищает вас от ненужных бактерий, которые могут попасть в конфеты от других сладкоежек. Также я думаю, эта штуковина понравится детям, потому что можно и сладенькое поесть, и с аппаратом поиграться. Это классное изобретение, а именно водоотталкивающее средство. И это средство очень скоро всем понадобится, ведь оно очень выручит дождливую погоду, и с его помощью ваши ноги будут сухими, а обувь чистой. Это просто отличное средство. Его, кстати, можно наносить и на одежду. А вот прикольная и интересная игрушка в виде робота, держащего леденец. Но помимо того, что эта игрушка прикольная, она несет себе еще и практическую пользу. Она защищает ваш леденец от падений и выпачкивания. Такая штуковина отлично пригодится детям. Надоело сосать леденец, отдай его роботу на хранение. А следующий товар, а точнее несколько товаров,
пригодятся тем, кому есть что поджигать. Это интересные зажигалки в виде маленьких инструментов. Есть плоскогубцы, молоток, а также разводной ключ. Могут подойти в качестве тематического подарка. А сейчас к вашему вниманию интересная модель автомобиля из кинофильма «Назад в будущее». Эта модель выполнена очень детализированно. Также в ней очень много всяких разных подвижных элементов. А еще в комплект идет специальная магнитная подставка, благодаря которой этот автомобиль может парить в воздухе. А вот еще одна крутая чашка, но это уже для тех, кто любит спорт, а именно баскетбол. Кружка выполнена в виде мяча и имеет с внутренней стороны специальное кольцо, с которым как раз и можно тренироваться в меткости. Например, забрасывать в него сахар или конфетки. Но главное не переусердствовать, чтобы не расплескать содержимое чашки. Ну а это крутой GPS-трекер для ваших любимцев. А чтобы выиграть $15, вам нужно поставить лайк под этим видео, написать комментарий, подписаться на канал и нажать на колокольчик. $15 я разыграю, когда видео наберет 1500 лайков. Но если это произойдет до 25 ноября. Все итоги будут в группе ВК и на втором канале. Желаю всем успехов. Пока-пока.